Всем привет! Сегодня на лыжной базе острова Русский проходит соревнования по триатлону. Соревнования включают в себя участники соревнований готовятся. Это их транзитная зона. Яна упаковала, что вы там ночевать в лесу собрала. Яна, ты так сильно одета, и почему ты это мы вот сейчас проводили его, да? Транзитная зона закрыта для участников, которые пробежали и закончили дистанцию. Транзитная зона для них закрыта, потому что другие участники только начали. Финиш номер 07. Финиш номер 063. Номер 010. Финиш 010. Финиш. В районе школы получают горячий объект и ждут награждения после 13 часов. После 13 часов ждут награждения. А тем самым у нас участники. Медали для награждения участников.